Гляньте, тут что угодно, мне кажется, можно встретить, часы. И кто угадает первым, я пришлю 50 гривен на счет на карточку. Так что пишите в комментариях. Ковровые часы, они покрупнее. Ковровые, это для чего они? Я сейчас выбираю себе, что, может быть, прикуплю, если мне что-то приглянется. Что я приобрел? Друзья, привет! Я гулял по городу и вот нашел в центре города потрясающий магазин. Называется Antique Mania. А Пушкинская, 25, да, здесь адрес? Да-да-да. Короче, ребята, здесь реально настоящий антиквариат. Просто потрясающие какие-то есть вещи, мебель. У меня просто глаза разбегаются, нужно искать кошелек. И столько всего мне просто манит мой взгляд. Гляньте, тут что угодно, мне кажется, можно встретить, часы. И сейчас вот небольшой тур сделаю, покажу вам. А вот такая интересная шкатулка. А что это за шкатулка? Может, Малахит 19 век. Малахит 19 век с ключиком. Добрый, а как ее достать? Можно вот как-то попросить достать, показать? Ага. А как понять, что вот она... А, ну да, что она настоящая. То есть она можно понюхать, она пахнет стариной, то есть не новодельная. Вот, очень такие бронзовые ножки, да? Ну, дело в том, что человек, который увлекается стариной, он поймет с первого взгляда, что это не поддельная вещь. Ага. Она отреставрированная, да. Но элементы реставрации здесь тяжело обнаружить, даже знающему взгляд. Угу. И то есть ключик закрывает, и там замок работает. Да, все функционирует. А вы выставляете где-то на торги ее, на сайтах? Да, у нас есть страничка бизнес, страничка Antique Mania. В Инстаграм? Инстаграм. А вот сколько такая может стоить? Вот как оценить ее вот без торгов? Ну, дело в том, что эти вещи как бы они не имеют стоимости. Вот не потому, что они там бесценные, а потому, что вот на сегодняшний момент есть человек, который готов ее за $300 купить, а есть, который за $500. Но мы ее как бы на сегодняшний момент так и оцениваем. В районе 9000 гривен. Ну, это смешно. Это музейная вещь на самом деле. Угу. А что вот еще интересного такого можно показать? Вижу, у вас статуэтки есть такие советские. Есть и английский фарфор у нас. Есть и немецкий фарфор. Есть севр. Вот это очень такая редкая чашка. Это севрский фарфор 1850-60 год. Вот старый венский там фарфор. А как называются вот эти фабрики, которые... Гарнер, да? Гарнер. Ну, она была, есть, да. Как бы она была на территории еще дореволюционной России. Потом они ушли, переименовали там в другие фарфоровые организации. Ага. Но остались предметы, подписанные Гарнер, конечно, да? Конечно, да, есть. Одна из знаменитых. У нас, к сожалению, сейчас нету этих предметов. Но а вот это бывает, вот игрушки елочные, да? Игрушки елочные, это у нас... Ух ты, давайте какой-нибудь покажем. Да, покажу вам это произведение тоже искусства. Это сделано по старым технологиям художницами. Ух из ты, старых материалов. Какой материал? Да. Это ватная игрушка. Это по старым технологиям сделана сегодня игрушка. Как репродукция, да? Репродукция, копия один в один по старым технологиям. Вот это, чтобы вы понимали, это не битое стекло, это кварц, это натуральный камень, вот как раньше это все было сделано. Точно выглядит очень красиво, прям такая. Ну это... Я знаю, что некоторые люди украшают свои елки вот либо старинными игрушками, берут их в аренду, в прокат, скажем так, вот такие оригинальные, либо просят сделать им елку вот в таком вот стиле, да? Вот, ну, это же душевно. Это вот, например, мастер делает эту игрушку в течение недели-двух недель. А сколько такая стоит? Она стоит где-то от 500 до 600 гривен. Угу. Вот их есть. Кстати, там еще какая-то, да, у вас? У нас их есть, да. Вот они должны... Вот это моя одна из любимых, мамочка, я ее называю. Вот все это предметы искусства. Ну да, вот интересная точка зрения, как передали. А что еще вот такого прям интересного, что можно было зрителям в Ютубе посмотреть, сказать, блин, я хочу себе что-нибудь уникальное, какая-то вещь интересная. Да я так растерялась прям вообще. Ну да, я заскочил прям так без предупреждения, без ничего. Да, тут все разбросано, раскидано. Много таких всяких вот старых-престарых вещей. Вот там вот бронза, вот это все старые часы, вот старые чайники. Часы коллекционные, вот шкатулки, вот эти вот старые подчасники называются, вот часы в них хранились. Ух и ты, на столах я такого еще и не видел. Да.
Есть вот ковровые часы, они покрупнее. Ковровые, а для чего они? Ну вот они вешались на, они так и называются ковровые, потому что они вешались по, и крупнее они размерами, вешались, чтобы человек просыпался и видел, который час. Ну помимо всего прочего, ага, конечно, и будильники были. Класс. Ну вот такие были, когда человек где-то в командировке или в поездке со своими часами, нет возможности будильник за собой возить. А сколько вот такая вот для часиков стоит, как это называется? Ну, смотрите, это подчасник, называется, да. Он, к сожалению, пока не продается, ага, поскольку он в единственном экземпляре у нас, и он как выставочный. Угу. Вот. Ну, я вам сейчас... Ну, просто мне интересно порядок цифр. Порядок цифр, сколько, нулей? Ну, от 3000 гривен он, ага, вот такая. Сейчас, угу, я вам покажу еще. Ну, во-первых, вот еще вам покажу уникальную вещь. Точно ваши подписчики никогда не видели и не знают, что это такое. Многие говорят, это сумочка. Ну, как бы можно ее назвать и сумочка. Но когда вы хотите с барышней прогуляться или... А вы не говорите, друзья, напишите, что, как вы думаете, напишите в комментариях, что вот это хорошо такое. И кто угадает первым, я пришлю 50 гривен на счет на карточку. Так что пишите в комментариях, попробуем угадать, что же это такое за сумочка. Небольшая подсказка была про барышню. Это, ну, начало прошлого века, да. Но, к сожалению, очень класс, много предметов нам и сколько такой стоит, интересно, предмет? Ну, пока что... Или тоже не в продаже? Нет, он в продаже, но... Сложно оценить, да? Ну, как бы сложно оценить. Найдется покупатель, найдется человек, которому это важно, нужно, как предмет для пользования, не просто, ну, может, и интерьерный. Класс, просто, ребята, это настоящий, вот кто будет в Харькове, зайдите сюда обязательно, вы уйдете с сувенирами по-любому. Я сейчас тоже буду смотреть, может быть, что-то прикуплю. Если куплю, покажу дальше в ролике, что я себе выбрал уже дома конкретно. Может, картину или тарелку, или что-то вот еще. Мы беседовали о подчаснике. Вот еще один подчасник вам показываю, французский. Ага. Сейчас я вам покажу, как часы живут в этом подчаснике. Слушайте, я вообще таких вещей не видел. То есть вещь, конечно, необычная. Ну, и получается, сюда размещаются какие-то карманные, получается... Да, вот они с шатленом такие, например, часы. Вот так вот они тоже могут и на столе, и на полке. А, и специально для, да, гляньте, для цепочки специальная штука. Это шатлен штука называется. Шатлен. Да, цепочка вот называется это шатлен. Да, просто... Они были женские, были мужские эти шатлены. А сколько такая штука стоит? Это тоже стоит штука, ну, в районе 3000. Ага, все по 3000 на сегодня акция. Ну, не все, но так получилось. Вот, например, на этот шатлен можно подвесить еще вот такую маленькую зажигалку, можно ножницы, вот такие вот. Вешивались тут всякие предметы необходимые, которые под руку. Ключ, зажигалка. Или давайте другие часы померяем, как оно поместится. Так, это у нас не часы, у нас тут есть аппарат. Компас, да, или что там? Есть и секундомеры, есть и... Ну, давайте другую. Вот этих шатлены как бы есть таких. Можно прям выбрать себе какой-то. Ну, да, вот. Это советский или это... Не-не-не, это все старые, это все европейские. Ну, есть американские, но не немножко. Ага, там один упал шапочка, потом поднял. Вот они всякие, угу, разные. Класс, есть, ребят, гляньте, какая красота. Да, всякие количества, давайте другой, любой померяем. Угу. Вот вам золотые часы, да, тут? Ну, это позолочено. Есть и золотые. Для любителей есть все. Ребята, кто любит золотишко, поставьте лайк, пожалуйста, под этим видеороликом. Это позолочено. Как они открываются? Там есть механизм какой-то? Ну, конечно. Может, вот они открываются. А что это за часы? Это чьи? Ну, конкретно эти часы я как бы этому же занимаюсь. Ага. Часовой мастер. Я тут несколько этих крышек. Ух ты, прямо открываются. Ну, конечно. Ага, ну в рабочем или... Все в рабочем состоянии. Все часы в рабочем состоянии, все работают. Угу, все есть тут, да, и лонжины, и омеги, кто хочешь. Есть такие марки, которые уже на сегодняшний день не существуют. Очень много таких торговых марок. Слушайте, спасибо большое за такую мини-экскурсию. Ждите видео на YouTube-канале, совсем скоро оно появится. Ребята, кому интересна тема и вот такие разные предметы, ссылочку на Instagram я оставлю в описании. Сырная доска польская, да? А как называется? Не помните? Фаянсовая.
Там сейчас я могу клеймо продемонстрировать. Я знаю, что вот некоторые есть коллекционеры, которые собирают именно вот такие сырные доски, вот как раз и гарнеровские, еще это какие-то. Это не Велерой, это, ну, просто этой фирмы уже нету, там, это ручная роспись, все это достаточно, вот это тут клеймо есть, ага. И можно по этому клейму, пожалуйста. Их используют просто визуально, люди ставят, ну, радуются, как они. Ну, это либо для коллекции, но она функциональная по сей день, почему нет? Доска и доска. Она по сей день функциональная, да, вот все. Сделано руками. Угу, есть разные такие. Да. Ага, я сейчас выбираю себе, что, может быть, прикуплю, если мне что-то приглянется. 150 лет тарелка. Завоевай на. Они как коллекция продаются, да, или поштучно? Они как коллекция, но их много там в коллекции. Но вот у нас одна, вторая, ну их там десяток есть, например, фабрик их выпускала, но на сегодняшний день. Ага. Вот есть такая тема, как тематический ряд. У меня на канале есть видеоролики, и там люди говорят, вот мы собираем тему там Наполеона, и у нас есть разные предметы, связанные с Наполеоном, и они соответствуют, собирают такой, ну, вот да, коллекционный ряд, и что в целом их можно продать человеку, который в этой теме, гораздо дороже, потому что уже собраны какие-то позиции. Ну, естественно, был вот портрет Наполеона у нас, купил тоже коллекционер. Был бюст Наполеона. Ну, это, как вам сказать, это копия из... старого. Украинская тема, но это солдатики, видите, грузины есть. То есть, и есть разные направления. Ребята, я не удержался, потому что здесь очень много всего. Выбрал себе по своей тематике украинские вот такие вот есть казаки. Покажу вам сейчас дальше немножко в дома уже, когда приеду, что здесь и как оно выглядит. Немножко расскажите, может, история, откуда они, и как они попали, или это здесь привезенные? Ну, смотрите, вот эти вот штучки приделаны для их устойчивости. Если их оторвать, там есть клеймо. Если честно, я не помню, производитель кто. Кто произвел, ну какая-то вот организация занялась, очень тонкая работа, все, вот если рассмотреть в приближенном виде, все идеально, четко, усы закручены, глаза. А какого-то года? Это прямо вот сейчас? Это не сейчас, им порядка, ну скажем так, в районе 30 лет. Вот столько. 30 лет. В начале 90-х изобрели. В 50 лет они уже антиквариатом считаются, то есть через 20 лет они будут антикварными. Ну, их и так немного было, в общем-то, выпущено. А как понять тираж? Какой-то вот у них был назван или... Ну, тираж это надо у производителей. Ну, это небольшой был тут тираж, это однозначно небольшой. Да, через 50 лет это будут антикварные вещи, да. Это класс. Все, спасибо, покажу дальше сейчас в виде их. Давайте покажу вам, что я приобрел. Это вот такие две статуэтки. Это мы видим казаки. Гляньте, какая детализация, прорисовка, очень красиво, и это там не современные пластиковые, там, знаете, или на 3D принтерах сделанные, а такие тяжеленькие, металлические. Видим, что еще есть там и пыль прям так. Ну, довольно качественно, круто сделаны. Вот первое покажу вам, и вот второй такой вот с флагом барабанит. Просто. Как я услышал, что есть клейма на основании, но я не стал пока отдирать вот эту деревяшку, смотреть там, что за клейма, кто производитель. В принципе, и так довольно круто смотрится. И в целом, я думаю, дополнит мою полочку, да, там, где можно красиво использовать картины, да, которые я приобрел. Кстати, в прошлом ролике есть ссылочка, на где можно приобрести эти картины и поддержать человека, которому реально нужны деньги, и там есть прикольные работы. Вот. И вот так выглядят эти казаки здесь на фоне таких картин. Как вам? Если понравилось, поставьте лайк. Вот. Спасибо всем, кто посмотрел это видео до конца. И пока всем.